Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 3 ноября. Ночь в Одессе прошла абсолютно спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе взрывов никаких слышно не было. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Вчера поздно вечером враг атаковал некоторые города нашей страны. Об этом я сообщал в своем вечернем видео, и появилась такая более официальная информация. Значит, Александр Вилкул сообщает о том, что в Кривом Роге попадание дроном в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительны, несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. И Игорь Терехов, мэр города Харькова, сообщил о том, что 3 прилета по Киевскому району, предварительно попадание по административному нежилому строению. Информации о раненых или погибших на данный момент нет. Вот такая, друзья, обстановка. Также взрывы были в Запорожье. Прилет был в пригороде. Вот. Но относительно Запорожья подробная информация не поступала. Я на связи. Не забывайте подписываться. Всем желаю мирного неба над головой. Хорошего дня. До встречи в новых видео. Пока.